Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, ваши финальные баллы. 4 балла, как много. О, зато бесплатный сундук. Так, магнит-ускоритель дым. Так, теперь дай-ка мне командный сундук забрать. О, 124 тысячи монет. Так, ускоритель приземления, ускорители и управление в воздухе. О как. Замечательно. Так, всем привет. Само собой, друзья мои, поздороваться. Ну что, будем сегодня брать. Так, стартовый ускоритель управления в воздухе. Сделайте 5 поворотов, не надо. Блин, на супердизеле. Да что ты будешь делать? Короче, этих заданий мы не сделаем. Ну что, 40 тысяч, да, будем брать сегодня? Я думаю, да. Пора бы уже. Ну что, гонка. Возьмем, наверное, наше раллийное авто. Поехали. 40 тысяч кубков, ребята. А там уже и глазом не успеем моргнуть, как будет 50 тысяч. Опа, 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 опа. Смотри, смотри, смотри. Хилка. Офига, он там разогнался. Ладно, давай посмотрим, как он будет на следующих трассах шуршать. Уж очень мне хочется глянуть, как он там будет скакать. Так, мотоцикл, вали нафиг. Ну что там, где попрыгульки-то? Я не вижу ни одной попрыгушки. Прибыли. Да поздно. Так, у нас еще одна гонка. Оу, щит. Да чтоб ты врезался. Забуксовался парень, забуксовался. Вот и все. Все, ребята, первое место мне здесь обеспечено. Ох, нифига себе, специальное предложение. Я такое в первый раз вижу, ребят. Так, а мы знаешь, что с тобой забыли сделать? Специальное предложение. Октоберфест. Бесплатный подарок. Оу. Спасибо большое, такого у нас еще не было. А я как раз только хотел так. Привет, привет, бонжур. Ты бонжур француз, что ли? Бонжур, мезами. Я что хотел сделать-то? Во-первых, поменяем, да, вид. А давай мы сделаем вот как раз вот нового. Соберем с тобой. Так, а что тебе на голову-то, парень, надеть? Насмешил. Так, может тебе вот такую вот шапочку надеть? Вот. Очень хорошо подходит ему. Подожди, я точно штаны новые? Я же штаны ему не новые надел. Вот, новые штаны. Ти-ти-ти-ти-ц. Барабанчик ты недоштопанный. Так, ну что, в принципе, ребят, я готов. Погнали. Лесной кубок. Воу-воу-воу, сразу там. И ККМ-ка тут еще влазит. Так, мотоцикл, успокойся. Ух, вот это мне не понравилось. Хорошо, я тут сейчас бустанулся, кстати. Очень хорошо, ребят. И первым приехал на наше, как говорится, на наш финиш. Давай дальше. Где там этот мотоцикл, который шуршать должен? Я не вижу его, ребят. И не вижу, и не слышу. Наверное, разбился там где-нибудь. А я первый. А мне пофиг. А мне пофиг. Летающее бревно. Плохо дело.
Где там это летающее бревно? А вон оно летит. Так, тут у нас еще и супер дизель. Ну давай ты, господи, ну. Главное, что ККМ-ку мы эту плешивую обогнали. Замечательно. Так, привет. Короче, Мурсин, привет. Привет, ребят, привет. 6000 у нас на кону. Кубок сумрачной долины, поэтому... Как-то он так напоминает мне какого-то морячка. Знаешь, вот раньше были моряки, вот типа такой же одежды носили. Морячок-скромняшка. Вот сзади за нами какой-то бандитус, ребята, увязался. Я вот что хочу сказать. Да ладно. Ну ты посмотри, а, ребят. Как вертушка, извини меня, я подлетел, там фиг знает где, пролетел сколько. Я не успел приземлиться, уже вертушка сзади была. Вот и объясни мне, как она так сделала. Как мне сказали, Рэй, почему ты всех обвиняешь в читерстве? Ребят, я никого не обвиняю в читерстве, я просто прикалываюсь. Если вы думаете, что я кого-то тут обвиняю на полном серьезе, то нет, конечно же. Ну вот это вот нафиг надо было делать, ну... Да нет, конечно, не успел, ребят. Вот зачем он врезался вверх, а? Вот из-за этого... Из-за этого и сфейлился. Причем кому проиграл-то? Спорткар... Ну, не спорткар, а спортивный шлем. Опять этот хмырь тут вылетел. Ну давай хоть разок-то первое место займем сегодня, а? Рэй. И будем дурака сегодня валять. Молодец, красавчик. Шапку потерял, да и фиг с ним. О, да, первое место. Ну что, сельский кубок. Сельский кубок мы, насколько я помню, мы неплохо его проходили на раллийном авто. Кстати, по прокачке-то мы же хотели. У нас денег сколько? 249 тысяч. Так, что у нас тут? Давай, наверное, вертушку все-таки докачаем, или как? Или байк? Или вертушку? Блин, ну я не знаю, ребят, к этому байку надо... Давай вертушку все-таки. Все, решили, вертушку. 120 тысяч еще нужно, чтобы движок полностью прокачать. Так, что за трасса? Сельский кубок. Поехали. Мой морячок готов. Опять там кто-то на форсаже, ребята. Я слышу, слышу. Они тут, их тут двое. Я молчу, молчу, молчу. Есть. Кишка тонка, ребята. Причем я ехал без всяких там форсажей. Чисто на ускоряках. Оу, а, повезло. Нет, не повезло, блин. Мадритус, вали нафиг. А, Мадурис. Мадритус. Ну, тут не получилось, потому что здесь, ребят, кривая дорога была. Кривая, я имею в виду, в плане, тут очень много было подъемов, спусков. Вот, вот, вот здесь то же самое, ребят. Ты. Да вообще не едет тачка, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и последним, да? Нет, третьим. По итогу первым. Сундук на 13-й день только созрел. Спасибо. А вот по ухабам-то как раз. Ха, по ухабам нам есть кому гнать. Так что поехали. А он еще и крылья напялил, да? Он думает, что ему крылья помогут здесь, что ли? Да фиг там. Никакие крылышки тебе, гаденыш. Они и приехали все, как это, стадо баранов в конце.
Так. Да ёпрасты, ну что тебя так закидывает-то назад? Ну, давай, 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 родной. Есть. Мы первую все-таки саданули. А вот тут вот, скорее всего, мы сфейлимся. Вертушки, наверное, проиграем. Или баги. Очередной. Ну, давай, 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 красавчик. Жми. Есть. Никому мы не уступили свое место. Даже скоростному 71. Все у нас произошло как нельзя лучше. Так, скоро, друзья мои, сундучок у нас будет. Что там за трасса? Пустынные пещеры. Ну давай, поехали. Пустынные пещеры будем проходить на нашем раллийном авто. Ну чё ж ты, мумия, не врезалась? Ты же должна, любил, поцеловаться с этим. Мне кажется, что тут слишком много этих прилетело. А я понизу поехал. Смотри-ка. Учудилы крылья гнилые. Морда пришельская. Продинамил вспышку. А эти мумии-то правильно, ребят. Они боятся подпрыгивать. Ишь. Скорость сразу сбрасывает. Щегол. Ну чё ты? Чё ты там? Вот ты посмотри, а? Не успел, ребята. Хотя я скорость сбрасывал по минималке. Ладно, давай глянем, как он здесь покажет себя. А чё ж ты не врезался-то, говнюк несчастный, а? Чтоб ты здесь врезался. А потолок мордой своей вонючей. Ну что, кто папа-то, а? Хмырь болотный. Получил свое? Сосунок несчастный. Кишка тонка еще. Обгонять меня. Так, ну что, забираем сундук. Новые колеса на формулу. Так, магнит на выскочку и стартовый ускоритель на маленький джипик. Джипик. Ну что, у нас еще шахты требуют. Ну, раз требуют, значит поедем. Ребят, попробовал Юрский парк сегодня сыграть. Блин, не знаю, что с игрой происходит. Прям во время захода в поединок игра зависает. Ничего я сделать не могу. Ого. А, понял. Понял, на чем он там едет. На форсаже он промчался. Эй, надо вниз ехать, ребят. Я поехал вниз. Нифига. Это еще что за чудище вылетело тут? Трипохол несчастный. Вот так вот. Ну где это там говнотачка-то? Приехала. Я еще удивлен, что она вообще приехала. Трипл Ландер. Ауч. Ауч. Я даже горючий не взял. Тьфу. Вот это, друзья мои, да. Да разбейся ты нафиг, а? Хмырь ты болотный, едет прям за мной. Обделался, короче, чувачок. Ну что, нам на горный кубок. Нам еще две гонки, наверное. Так, на горный кубок. С горами, да, связано все. Слушай, я же, по-моему, так же, ребята, обделался на этих горах, когда тоже на горный кубок, а надо было... А надо было брать раллийное авто. ККМ-ка, постой, я все прощу. Так. Вот это было глупо.
а может быть не глупо, а может быть отлично. Та-ра-т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 а. И журнал Ярлаш. Трю-трю-трю-трю. Все, у меня уже фляга свистит, ребят. С этой игрой скоро еще не фляга, не то что фляга, там вообще скоро засвищу сам. Так, давай попробуем залететь. Ауч, нет. Да. Хорошо, что у меня, ребята, заднее колесо мощное. Вытягивает все невзгоды. Ну что, у нас пляжный кубок. Поехали мы, наверное, с тобой на раллийном авто. По пляжу, хоть на тёлок погляжу. А где тёлки-то? Ой, сейчас будут те тёлки, блин. Трейда, выпендришься. Опять? Ребят, опять этот на скакунках. Че? Недоросли какая-то. Ну я не знаю, ребят, на этих скакунках надо действительно уметь ехать. Я лично пробовал как-то. Может быть, у меня просто не прокачано. Какая-то фигня получается у меня на этих скакунках. На этих амортизаторах. Видишь, вон чувак летит. Да, вот у него как-то получилось, я не знаю. Ну, видишь, крылья. Плюс у него ускоритель приземления. То есть он как бы приземляется, ускоряется, потом опять отпрыгивает. Короче, какая-то фигня. В общем, это для тех, кто умеет делать. Я не умею лично, поэтому. А он, видишь, он перепрыгивает. А мне приходится, ребят, все тут. Да, вторым он там. Фиг знает, куда улетел. Что у нас там в команде? Привет, Рейчик. Привет, ребята, привет. Так, ну, темные дороги. Без идеального старта, да? Плохо. Там только шипение слышно, больше ничего не слышно. Воу-воу-воу-воу-воу, парень. Успокойся. Фига ты. Вылетел непонятно откуда. Кузнечик недобитый. Викинг этот тут еще. Ну тут что-то вообще, ребята, улетел. За 3-9 земель просто. Я смотрю, этот супердизель тоже под него подражает, да? Он какой-то попрыгучий. Вот этот, большущий, я имею в виду. Так, баги тут еще, баги даже меня. Сейчас немножко неудачно было. Есть! Как я их подрезал, а? Вот это и оно. Победа. Победа тебя поджидает, да, там, где ты ее не ожидаешь. Ну что, кубок аллигаторов? А как ты хотел-то? Так. Перелетишь? Шиш там ты. Ну. Эх, ребят, надо было ехать мне все-таки там, блин, поверху. Нет вот искушения, вниз надо было, вниз. Ну вот и получил вниз четвертую позицию. Дуст несчастный. Сам виноват, ребята. Решил сбросить скорость и съехать вниз. Ну вот и съехал. Вот и съехал. Так, смотрим, ладно, что у нас тут дальше-то может произойти. Как говорится, мы можем еще и сфейлиться. Но... Вот как тебе такой расклад? Он ехал по крокодильчикам, а я, ребята, из-под воды вынырнул, как этот, как Данди, охотника на крокодилов. Так, ну что, мы тут соревнуемся с этой... Да нет, по ходу дела уже ни с кем не соревнуемся, я первое место взял, ребят.
и 7 деталей. Это у нас на тягач. Кубок Федерации. Ну, это, ребята, Кубок Федерации, насколько помню, из трех трасс состоящий, да? Из трех разных трасс. Ну и, конечно же, тут вертушка, ребят. А, еще и байк. Ну, в общем, взяли всех самых этих. Всех самых топовых и продвинутых, как сказать, не машин. Ну и машин, и гонщиков, короче. Так, а вот здесь вот главное нам, ребят, встать на дыбы. Вот здесь вот. Все. Если мы с тобой встаем на дыбы, то, соответственно, мы здесь выигрываем. Если мы с тобой едем прямо, мы врезаемся в это полено и проигрываем. Так, я здесь не гнать не буду. Мне просто ни к чему. И сам главное, в Поднебесную улетел, да? Я гнать, говорю, не буду. Так, подожди. Ну, они, видишь, они тоже, ребята, они не дурачки, они тоже знают, где надо сбросить скорость, где поддать скорости. Пока у нас первое место. Мне нужно, ребят, чтобы были какие-нибудь типа шахт. Тогда эти мотоциклы просто, ребята, пустой звон для нас будут. Оу, щит. Ты прикинь, вот это да, все трое. Такого я давно не видел, чтобы все втроем залетели, ребята, на одной трассе. Так, магнит и ускоритель фляг. Весенний город. День чудесный. Погнали. Дальний в путь. В дальний путь. А у нас это... Тут не одна гонка ли, случайно, ребят? Опа, опа, опа. Ну все, ребят, здесь он, конечно, меня... Или у него не прокачанный? У-у-у! Сынок, иди побрейся. Хотя он так уже побритый. Я его лично побрил сейчас только что. Вот, хочу посмотреть на него, как он тут будет сейчас. Ну что же он там, не это? Не газует-то. А? Че? Кишечка тонка, что ли? Я не пойму. Это что тут выпендривается сзади едет? Я не могу понять. На что он тут вообще рассчитывает? Супостат-то недобитый. Не дано тебе первое место здесь получить, рыжий. Нет, все равно этот, ребят, все равно свое возьмет. На своих попрыгульках. Не знаю, правда, где и когда, на какой трассе, но он отыграется. Так, у нас все пока под контролем. Вот. Лучше бы он в воду упал бы. И то было бы толку больше. Ну, ё-моё, в эту воду, блин, вшивую, блин, носом своим забулдышечным, блин, попал, и все, ребят. Ну, ты посмотри, как он разогнал скорость. Ой-ой-ой, я досмотрелся. Перевернешься ты? Да какой там перевернешься? Второе место, ребят, получил. Песок в купальнике. Ну, поехали. Ауч! Да куда ты, ну, Рэй, ну, ё-моё, ну... Одни фейлы, а. Ядрить тебя на корень. Ну все, все. Хуже и быть не могло. Как всегда, ребят, перед финишем. Это похоже на меня. Это истинный я, блин. Два домика, блин, на одну трассу, ребята, впендрючится. Два домика, а.
Ну давай хоть здесь, может быть, получится у нас что-нибудь. Может, займем первое место, а? Так, ладно, здесь мы отыграли. Хорошо, давай тогда попробуем на второй трассе тоже. Точнее, на последней взять первое место. Если получится, мы будем красавчиками. Да как эта зараза поднимается-то? Объясни мне. Все, ребят, приплыл. Чего там опять? Набирает скорость для чего-то. Ну, я понял, для чего он скорость туда взял. Давай не последним только. Третьим. Что-то пошло все не так. Зеленый кубок. Проигрыш на проигрыше. Проигрышем погоняет. Опять эти мотоциклы. Опа, как они там сейчас все сладенько-то впендрючились, а, друзья мои, вы увидели? Так им и надо, гладранцам. Все. А мы заняли первое место. Но это только первая гонка была. Давай-ка попробуем. Давай-ка, блин, попробуем. Вот и попробовали. Все, что можно было. Все, ребята, кочки собрал. Абсолютно. Это кто там с идеальным приземлением? Это вот это вот... То есть не с идеальным приземлением, а с этим, с прыгульками. Это он, что ли, там ехал? Или мне показалось? Да не показалось мне. По-моему, это он и был, ребят. С попрыгушками. По-моему, ребята, это он и есть. С попрыгульками прыгает здесь. О, все. Ну давай ты второе место-то бери. Так, что у нас получается? Получается первое место, да? Да. Восхитительные диверсии я давным-давно уже прохожу на баге. Хотя нет, вру. Последние разы меня баги разочаровало. В этих гонках. Ай, муда тряс, а. Ну это что? Это что такое, ребят? Ну... Ой, Калистратыч, а. Надо было ехать мне на орлином авто. И никого не слушать, блин. Взял на свою голову. Давай, давай, конечно. Лучшие в мире прыжки, блин, третьим. И то благодаря тому, что, наверное, вот этот Дукс просто врезался там где-то и разбился. По идее, а, так он на попрыгухах, блин. Я думаю, почему он? А он на попрыгульках тут едет. Я про супер этот, дизель. Блин, надо, вот надо вот обязательно во все врезаться. Все, что здесь лежит, во все врезаемся. Она очень прыгучая машина, ребята. Она, ты же помнишь, когда наверх подпрыгивает, она очень долго приземляется вниз. То есть, как бы, вот эти затяжные прыжки, это большущий для меня минус. А че он понизу поехал, дуралей? Ему же невыгодно понизу-то ехать. А он почему-то поехал понизу. Ага, он все равно, да, свой, типа. Это было тупизма. Это, ребята, было тупизма. Так, сколько у меня? 5 очков. А, у меня тоже первое место, да, получается. Большой воздушный кубок. Большой воздушный кубок. Это мы, наверное, сейчас поедем.
на нашем раллийном авто. Большой воздушный кубок. Слушай, ну это хорошо, что я не взял здесь суперкар, потому что вряд ли бы я здесь смог бы на нем нормально проехать. Ну да. Значит, все-таки правильно, что я взял раллийное авто. Ну что там опять запшикало? Пшикает он мне. Да, еще раз первое место. И последняя гонка. Но фига он там шпарит. Че, горючка кончилась, парень? У него, походу, горючка кончилась. Нет, вот он приехал вторым. Не закончилось. Да, поздороваемся. Так, ну что, ребят, скоро, наверное, через... Что там за гонка? Столичный кубок. Через гонку у нас будет босс, скорее всего. Мне так кажется. Блин, дурацкая трасса, по-моему, в горку все время или нет? Не пойму. Ну, пока вроде норм. А, все, уже финиш. Так, три трассы. Зона опасности. О, нет, не надо. Не хочу наверх. Там у нас и... Воу! Да-да-да-да-да-да-да-да. Формула... Слушай, а что, байк проскочил, что ли? Ну да. Каким он чудом вообще здесь мог проскочить? Скажи-ка мне на милость. А формула-то что разбилась, я так и не понял. Причем так нелепо. Так, ладно, ребят, сейчас попробуем. Отлично. Замечательно. Найсово. А, свиное рыло стоит, голову чешет. Че, босса нет, что ли? Так, привет, я в ролике. Я в ролике. Опять Дамир Гонщик. Я ненавижу воду. Вот я ненавижу. А кто-то, ребята, тащится от водички. Пловцы, например. Вот как им, да, не заколебывают каждый раз вот заниматься в воде. Я бы... Это не мое, ребят. Мне чуть-чуть поплавать и достаточно. Я даже на море, когда езжу, не особо там плаваю. Больше, наверное, все-таки в бассейне предпочитаю, чем в открытом море. Так-с. Ну что, траншея. Первая гонка у нас довольно неплохо вышла. Я бы даже сказал, так быстро мы приехали. Сейчас попробуем. Да вот постоянно, ребята, врезаешься в эту... Это что такое тут, ребят? А? Это вот что за трихомудия тут впереди меня едет? Ехала. Почувствовал себя, что ли, я не знаю, королем подводного царства? Инфузория, туфелька. Иди гуляй там, ё-моё, я не знаю. Куда-нибудь. Так, по идее, мы сейчас приземляемся прямо перед трубой, ведь, да? Да. Опа, горючки взяли. Вот и все. Вот и прекрасненько. Ну что, приступайте к развлечениям, друзья мои. Че, попробуем?
А он что, он тоже, ребят, на этой же машине взял? Слушай, а почему я нисколечко не удивлен, ребят? А? Вообще не грамульку. Побрякушки вшивые, а? Ладно, первую гонку он взял. Вот скажи, вот как он может ехать на постоянку, не глуша свой этот... У него, кстати, тоже же монетный ускоритель, да? Он что-то хочет придумать, ребят. Но ничего у него не получилось. Ладно, пока ничья. А что он там замешкался? Специально, гаденыш, да? Он что-то, ребята, придумал, чувствую я. Да ладно. Нет. Ничего не придумал. Наверное, там вообще разбился. Я его не вижу. Вон, приехал. Ну что, друзья, я нас поздравляю. Мы взяли 40 тысяч кубков и 12 тысяч монет в копилочку. Кстати, 124 тысячи. А это говорит о чем? Рэй, скажи, когда выйдет видео? Сегодня выйдет видео. Сегодня, кстати, очень много выйдет видосов по разным играм. Если я не усну, потому что в данный момент это уже третий видос, который я отснял. Да, и не забывай, что в 3 часа будет буст. А где вы скины? Почему у меня нету скинов? А, вот скин у меня. Это, сегодня будет буст по черепашкам, так что не забывайте, ребята. Ну что, в сельскую местность гонки. Поехали, прокатимся чуть-чуть. Эх, баги ты мое, родное баги. Кстати, на сельской местности... Тихо ты, господи ж, боже мой. О, слышал звук? Пи-пи-пи-пи. Это знаешь, о чем звук говорит? О том, что еще один видос у нас созрел. А знаешь какой? Железный десант вторжения. Очень неплохая, кстати, серия. Советую посмотреть. Так, хоба. Слушай, может быть, мы с тобой сейчас возьмем... 100 тысяч, мне бы хотелось бы, ребята, взять 100 тысяч уже. Ну, там откроется у нас новая трасса. Давай, 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 давай. Не, ну баги все-таки на одном колесе круто маневрируют. Тут уж не поспоришь. Нормально. Причем вначале мы так едем, да, с тобой. Всего один сундук, потом что-то под конец. Мы так часто эти сундуки с тобой встречаем. Вот, например, сейчас через 100 метров будет второй сундук. Да давай ты уже езжай. Вот и второй сундук, ребят, подобрали. Через полкилометра будет третий сундук. Вот хорошо, что на нем есть магнит. Это если мы с тобой где-то пропускаем вдруг нечаянно горючего, магнитик нам примагничивает его. Давай, 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 вниз сюда. Опа, бултых. Шикарно. Так, тихо, 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 тихо. Замечательно. Только не перевернись, я тебя прошу. А то ты можешь, я знаю. Блин, в холостую просто вот этот вот сейчас буст у нас пролетел. На вертушке? Я здесь разве на вертушке был? Я не помню, что я на этой трассе был на вертушке. Ладно, фиг с ним, допустим. Как я мог на ней быть, если она у меня не прокачана даже? Что-то, по-моему, это не моя была вертушка там, наверное. А что всего 3 кубка-то? Дайте мне это... Еще-то парочку. Не кубка, а награды.
Где у нас там ближайшее? Через 150 метров, понял. Через 100 метров. Ауч. А горючку-то не притянули, ребята? Горючку-то не притянули, блин. Ух ты, это ж плохо, ребята. Это очень плохо. Горючка у меня кончается, сейчас запипикает. Да. И ближайшую и не видно, ребят, все. Вот пропустил там горючее и получил итог. Блин, почему-то здесь, ребята, не стало прокачиваться. Так что у нас тут за... А, события, понял, событий нету. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я тогда закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!